в Кыргызстане в горах Тянь-Шани подняли украинский флаг. Еще что символично, так это то, что воткнули его прямо в пик Путина. Теперь над этой вершиной, возвышающейся на 4500 метров над уровнем моря, гордо реет украинский флаг. Хвала альпинистам. Скоро с их легкой руки и в пык у самого фюрера что-то довоткнут. Высота пика составляет 4446 метров над уровнем моря. Он расположен в ущелье Акасу недалеко от Бишкека. Этот украинский флаг символизирует будущую украинскую победу над русско-фашистскими захватчиками. На фоне продолжающегося полномасштабного вторжения российских войск в Украину активисты из разных стран выражают свою поддержку Украине, устраивая акции, митинги и пикеты. В Кыргызстане активисты также выходили на митинги в Бишкеке в поддержку украинского народа и против войны. Спасибо жителям Кыргызстана за поддержку. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Жмякайте на колокольчик. Обязательно оставляйте свои комментарии. Для желающих помочь в развитии канала ссылки в описании.